Доброго ранку для тих, хто щойно прокинувся. Сьогодні неділя, 29 квітня, Всеукраїнський день футболу. А у нас у студії колишній камерунський тренер та футболіст, напівзахисник та нападник, а нині помічник тренера Вінницької Ниви Колінс Гаха. Доброго ранку. Доброго ранку. Вас називають Колею, Коленькою. Ви вже отримали громадянство, вас можна привітати, ви вже рік як українець. Спасибо. Як вам в нас живеться? Хорошо, хорошо. Я освоился вот за это время, за 15 лет, 15-16 лет проживания в Украине. Мне комфортно, у меня много друзей, у меня тут хорошая семья, любимая работа. Ну, чувствую себя дома. Дома. Да. А за своєю домівкою, за батьківщиною, сумуєте? Ну, конечно, как бы. Ну, мы поддерживаем связь с родителями. Вот я летаю туда, когда есть возможность. Вот. Буквально 2 месяца назад я был на родине, ну, в Камеруне. Так, виделся с родными, с мамой, с родителями. Ну, все хорошо. А пам'ятаєте своє перше враження про Україну? 15 років тому ви прилетіли до Києва. Да. В 2002 году, 12 ноября, я как раз прилетел в Киев и шел первый снег, будем так говорить. То есть я, ну, не совсем мог понять, что происходит, будем так говорить. То есть не холодно, не жарко, будем так говорить. То есть что-то такое странное с неба падает. Больше а як нічого. Зараз реагуєте на сніг, на зиму, на холод? Ну, я привик. Адаптувались? Да, я вже адаптувався. К тому же часто збори зимні вот, проходять именно вот, в холодне время. І тренуємося, проблем нет. Але сніговики вже ліпите, так? Да, конечно. А ваша рідна мова французька. Ви знаєте російську і вивчаєте українську. Як успіхи? Важко? Не важко. Я все розумію, але краще мені розмовляти російською. Але я думаю, поступово буду переходити на чисту українську мову. Дякую вам, з вас дуже гарно виходить. А можете сказати французькою? Доброго ранку, Вінниччина. Бонжур, Вінниця. В ефірі програма «Новий день». Aujourd'hui, c'est l'émission «Nouvelle journée». Дякую вам. У вас за плечима чималий досвід, так? Ви встигли зіграти у складі Алчевської «Сталі», Дністру «Атаки», Луганської «Зорі», Авангарда «Краматорська». Ви були срібним та бронзовим призером перших ліг чемпіонату України. Да. Досить великий такий список, такі досягнення. Ну. Ви з дитинства любите футбол? Так. Да. Скільки себе пам'ятаю, стільки з м'ячом, будемо так говорити. Хто вас навчав? Ну, скажімо так, вулиця. У нас не було такого, что с раннего возраста отдают на футбол. То есть мы бегали, как все дети, во дворе. Вот там и обучались футбольными элементами, будем говорить. А у вас есть кумиры? Кого любите да, с футболистом? Да, ну, я скажу, в своем детстве мы все обожали, у нас был легендарный футболист Роже Мила. Вот, всем известный футболист, и мы все старались быть похожи на него. А зараз? Вот. Сейчас, ну, естественно, нравится Месси, Роналду, вот, Ярмоленко из украинских футболистов, вот, нравится. Незабаром в Украине відбудеться финал Лиги чемпионов. За кого вболіватимете? За який футбольний клуб? За Реал. За Реал. Їдете на гру? Посмотрим. У вас 2 сина, так? Да. Ви їм прививаєте любов до футболу? Я скажу, що перший, ну, старший син без футболу просто, ну, не представляю його. Вот. Це в генах проходить, да, так? Да. Это он з самого рождения, будем так говорити, обожає футбол. Он займається, йому 10 лет, і неплохо у нього виходить. Вот, у него на всеукраинских соревнованиях уже много трофеев, много наград.
Вот. Я в этом ему помогаю, ему это нравится, никто не заставляет. И тут я скажу, что ну, родители ну, ни при чем, я тут ни при чем. То есть сам по себе очень обожает футбол. А второй, он больше, ну, тоже как бы... Ему интересен футбол, потому что наследует вокруг брата, него... Наследует брата, так? Да, но он, вокруг него футбольная атмосфера, и папа, и брат, все. Но он больше любит танцевать. То есть он, да, он не настолько футбольный, будем так говорить. Ну, сейчас, вот, буквально месяц назад начал ходить ко мне на тренировки. Вот, меня это радует в первую очередь из-за того, что он... хоть на какое-то время может отвлекаться вот, от компьютера, от телевизора, от мультиков. И я думаю, что это очень важно для физического развития. Вот, пусть занимается. Вот, а старший, я думаю, что если все будет нормально, он станет на пути профессионального футбола. Ви тренуєте не лише своїх діток, а й інших діток, так? Як успіхи? Скількох років потрібно приводити на футбольну секцію? К нам можна от, з 3 років вже приводити діток от, на футбол, з 3 років. Тобто у вас наймолодші 3 роки? Так, да, 3,5. Діло в тому, що в принципі ми там не даємо ніяких нагрузок. Просто мы играем в детские игры вот, с элементами футбола. То есть футбольным мячом мы это самое. И даже в таком возрасте есть дети довольно, скажем так, талантливые. Вот. Потому что вообще-то в этом возрасте как бы, очень важна координация у детей. И мы развиваем такие тоже качества, как ну, координация, прыгучесть. Вот, у таких маленьких деток. И приходят к нам довольно такие координированные дети. Это уже половина успехов. А як розпізнати дитину? Є оця координація чи ні? Ну, чи просто має бути от такий активний малюк? Ну, да, активність – це один із… Шустрик такий. Да, один із главних факторів даже… скажем так, в футболе, даже во взрослом футболе. То есть, если футболист на поле, он активный, то обычно он ну, довольно неплохой футболист. А у нас, да, к нам приходят дети, самое главное, чтобы он был активный. Вот. А если помимо этого есть, скажем так, от природы какие-то данные, то мы как бы целенаправленно занимаемся для того, чтобы помочь этому ребенку стать, скажем так, на пути профессионального футбола. Как находите порозуміння с найменшими? Родительский опыт мне очень как бы, помогает в этом. И вообще-то мне довольно комфортно с детками, они ко мне тянутся. Не знаю, поэтому... А вы когда приезжали в Винницю, вы да. Одразу знали, что будете играть и тренировать? Чи это стало випадково? Не, ну дело в том, что... Выехали сюда на навчание. Да, да. Но пока я был в Камеруне, я уже играл профессиональный футбол. Я первый свой профессиональный контракт подписал в 17 лет. Вот. В 17 лет я уже выступал в команде, в профессиональной команде первой лиги у нас в Камеруне. Поэтому я приезжал, как бы основное была учеба. И я все-таки надеялся, что буду и учиться, и футбол играть. А чему выбрали Украину? Винницю, зокрема? Случайно. Расскажете про цей випадок? Дело в том, что у меня были тут земляки, которые ну, уже учились. И так чуть пообщался с ними, они сказали, что довольно хорошая страна, что люди хорошие, вот, гостеприимные. И что самое главное, есть хорошие вузы, вот, куда можно поступить и получить хорошее образование. Ну, так и есть на самом деле. Тут люди хорошие и гостеприимные. То есть я не испытываю никаких проблем. Дякую вам за гарну оцінку. Да. Скажіть, будь ласка, футболісти, яка їхня, коли футболіст виходить на пенсію, скажем так? На пенсію? Ну, это... Як балерини раніше? Не, ну, обычно за 30 как бы, футболісти починають вже думати о пенсії, будемо так говорити.
Но дело в том, что фармакология на сегодняшний день позволяет, и тренировочные программы позволяют футболистам оставаться в хорошей форме и за 30. То есть нередко сейчас, когда футболисты и в 35, в 36 и даже старше играют на довольно высоком уровне. Тут очень важно, чтобы не было серьезных травм. Потому что вообще без травм не бывает профессиональный футбол. Вот. Поэтому тут все относительно. Но сейчас уже футболисты стали чуть позже заканчивать карьеру. То есть 33, 34, 35, вот так. Окрім того, що потрібно швидко бігати і відчувати координацію, так, що ще потрібно для футболіста? Для футболіста, говорять, в футболі мелочей не буває. Для футболіста потрібно бути стратегом ще й. Да, ну, чи вміти виконувати свою конкретну роль в команді? Да, ну, да, да. Футболіст, грає на определеній позиції, должен досконально знати, як діяти в одному або в другому епізоді. Да. Тому що футбол на самом деле дуже тяжела робота. Там надо очень много трудиться, очень много работать, очень большая конкуренция. И мелочей не бывает. Вы себе даже не представляете, даже сон, питание – очень важный фактор в успехе футболиста. Поэтому есть, конечно, футболисты одаренные от природы, вот, которым особо не надо там, трудиться, но их очень мало. Я знаю одного. Я просто везунчики. Да, это Месси, да. Это, я думаю, что в любом состоянии он будет выходить на поле и будет просто лучшим. Но таких мало, таких как Месси мало. А основная масса должна очень серьезно работать. Поэтому я бы дал бы такой совет вот, ну, детям, будем так говорить, да, которые себя видят в футболе. Надо очень серьезно трудиться, и мелочей не бывает. То есть и питание, и отдых, и самое главное – трудиться. А я дякую вам за розмову. Спасибо. Що ви завітали до нашої студії. Бажаю вам гарного дня і щоб збулися всі ваші плани та мрії. Дуже дякую. Я нагадаю, в нашій студії був тренер та футболіст Колін Нгаха. Далі дивимося мультик про козаків, які теж грали в футбол.